Доброго дня, мы из Украины. Видите последние новости, горят склады оккупантов, горят ярко, много. Спасибо нашим партизанам за качественную работу, за противодействие коллаборантам. Там, приветы тоже очень прекрасные вы присылаете. Но русские ничем не могли ответить поумнее, как обстрелять опять жилые кварталы наши, то есть и Харькова. Я молчу про села, которые уничтожаются, там снапы и так далее. Но ситуация какова, что команда президента была освободить юг, что не может не радовать. И чем больше, тем дальше будет больше гореть в Херсоне складов БК и вражеских командных пунктов. Поэтому передавайте там русским, что в окопах, что и до них очередь дойдет, что не отсидятся они просто где-нибудь там в чужом доме со сворованным холодильником. Найдет награда каждого героя. Всем добра!